Мегафон представляет. Искать – значит быть уверенным в том, что найдешь. Творить – значит делать то, чего не было раньше. Быть первым – значит совершить невозможное. Алло, он вышел на связь? Да, мы все получили. Срочно в номер. Мы хотим быть лучше, чем другие. Мы хотим это показать не только себе, а показать всем остальным. И мы верим в то, что именно это качество приводит к успеху. Совершить невозможное значит объединить мобильной связью 1/6 часть планеты. Объединить Россию, которая идет в будущее. Да, Антон Михайлович, вышли в рабочий режим. Молодцы. Держите меня в курсе. Я на связи. Телекоммуникации – это движущие силы бизнеса. Можем сказать, что мы охватываем все сегменты российского бизнеса. Алло? Добрый день. Вы давали объявление? Да, мы. Похоже, мы ее нашли. Знать, что ты нужен. Знать, что ты делаешь доброе дело. Находить новых друзей. Радоваться общению. Соединять людей. Мы создали философию общения и философию дружбы с нашими клиентами. Мы для них друг, мы для них партнер. Мы для них, наверное, компания, которая им помогает в трудную минуту. Алло? Алло, это я. Я уже в Париже, а ты? А я на краю земли. Быть рядом, когда кажется, что рядом нет никого. А я на краю земли. Знать, что ты не один. Алло, это ты? Я так тебя ждала. Мы очень долго к этому шли, очень долго к этому готовились. Мы стали первыми. Мы стали первыми в освоении лицензионной территории. Сегодня получилось почти все то, о чем мы думали много-много лет назад. Мы пришли туда, где еще нет дорог и мостов. Это не просто бизнес, это еще и социальная значимость. Мы знаем, что нужны людям. Было трудно, но мы работали и верили, что наш труд нужен. Мы – команда «Мегафон». Команда «Мегафона» — это профессионалы, объединенные одной идеей, одной целью. Сделать то, что еще никто не делал. На всей территории России, во всех субъектах Федерации. И это наш успех. Вместе мы можем больше. И в этом залог успеха всей компании «Мегафон». Будущее зависит от тебя, от того, что ты сделал для своей страны. Каждый день ты объединяешь миллионы людей. Ты уже часть истории. Компания «Мегафон», Татьяна, здравствуйте. История сильных. Лето 2007 года, Республика Горный Алтай. «Мегафон» закрывает своими услугами территорию всей России. Приятно, что именно сибирякам досталась честь исполнить последний завершающий аккорд вот в этой партии, которую мы все вместе играли. Это опять же старт для нас, чтобы мы теперь улучшали наше качество в тех регионах, где работаем, повышали уровень обслуживания, увеличивали количество дополнительных голосовых, неголосовых услуг. Все, что сегодня будет востребовано рынком, мы все для клиента сделаем. А, слышу тебя. Алло, привет, вы дома? Где вы находитесь? Я уже еду. Как ты там? Здорово, что ты у меня есть. «Мегафон». Объединяя Россию.